Просто съездили на Рыжковский, увидели. Мы только занимались дамбой. А сейчас увидели, что там на сливе воды. Веревочку сохрани, Сергей. Это я привязал эту мазилку, висела. Видишь? Решили, что раз такое дело, обед собрали. Корзинку. На ту сторону перекинь. Вот сюда вот. Мазилку бы тоже отдать надо. Более безопасно. Отвеси надо. Володя. Слушай. Вон туда отнеси маленько. Мазилку эту. Здесь доски бросать будем. О, так около этой кучи поставьте с этой стороны. Все. Левее, левее, левее к ней, ближе. Вот так. Все. Разгружай. Веревочку себе в карман сунь, она сгодится. Кувалду брать больше к себе не буду. Каждый раз за ней бегаю, таскаю. Так, ладно, Сережа сам сходил. Смотри, что нагрузили. Как его машина бедная выдерживает. Только ехать, рыжий залез в машину и все, хозяйничает. Вчера ведро кто-то брал, наверное, батюшка, и принес сегодня с огурцами. Там в сарай заходить. На, отнеси туда вперед, вперед, сразу уходи туда. Вон туда, к мазилке, Володя. Все туда несите. Потому что доски сейчас, первым делом мы сейчас доски должны перенести туда, сваи. Неси. Там в тенечек спрячем это все. Вот сколько все захватили. Сережа тут помогает. Вообще. А этот Янов, он говорит. Леонтьев. Фамилия. Алексей Лаврович. Лаврентьевич. Как разгладил. Туда выехали, прям машины, нужды нет. О! Только не заваливайте их досками. Отдельно. А так теперь мы за пределами дамбами. Дамба уже. Сколько раз уже ездили, добывали сваи, промазывали надо. Помянешь, что приезжал бульдозерист Алексей Лаврентьев. Циферки идут, да? Идут. Ну и покажешь, что даже одежду, так сказать, еду, и то он приходится в этой хранить. Да, привезли с собой еду, корзинки. Вам не дали. Вот сейчас забиваем сваи. Вот Игнат тихо не держит. Плоховастенько. Она хоть идет? Идет, идет. Это мне вообще не видать тут. Хорошо идет. Хорош. Сейчас давай быстро две доски прибиваем. Так. И потом начинаем засаманить. Надо вот эти каверны огромные, как пещеры. Там он здесь тоже, посмотри, это больше кубометра. Вот, вот сколько надо будет бросать, трамбовать и прочее. Это вымыла вода. Немножко тут пробыл, было, окно было небольшое, она так вымыла. Ну и там тоже вплотную как можно показать. Сейчас сходи.
прикоснуться нельзя, она такая. Вот так, держи. Я не пойму, сейчас шевелится. Не придавливай она горбом, сейчас. Держи, тогда мы зацепим ее сейчас здесь посередине. Там немного у тебя? Много. А зачем много? Ты назад двигай. Здесь упало. Там упало у вас, край. Ну раз упало, на одном месте не держим. Давай, толкай. А ты не лезь сюда, грязными будешь руками. Так, прибивай. Вот это все сейчас закреплять между собой досками. Закреплять. Вот это, давай. Вот эти вот распорками. И засыпать. Я не знаю, успеем нет сегодня. Работа большая. Солнце парит. Гвозди все старые, на 10 раз послужившие. Так это, она не хватает. Короткая, да? Ну, а ну давай попробуем. Да пробовать не надо даже. Она не достает. Много? А так достает? Нет. Еще можно подать? Нет. Ну давай еще попробуем. Достает? Все, все. Ну прибивай. Что, Володя, случилось? Так вы срали, прибивай. Ну давай прибивай, прибивай, я держать буду. Не урони только. Все. Тогда иди бей здесь. Все на этом. Теперь распорки и начинаем заманить. Вот насколько вылез. Смотри. Загибается против волокна. Вот как она прямая идет, так поперек надо. Теперь. Тут нащельники нашивают, но мы тут когда будем саманить, она уже разницы никакой не дает. Нижнюю прибей, Володя, все. Начинаем распирать. У нас небольшие они. У нас распорок-то нету даже. Нет, не хватает.
это пойдет на судовод. Ее ищи. Иди сюда. Сначала распилишь, чтобы она вот здесь вот была уткнулась. И вот такая вот, вот. Прибить. Вот такими нарежешь сколько. Прибить здесь двум и все. Сейчас я еще не прибил. Прибил, нет? Нет, нет. Это мазать даже не надо. Ну-ка, молодой, отвлекись-ка сюда. Отсюда вот, прибей. Вон ту, там, на той стороне. Вода так не поднимется. Надо больше хоть, чтобы на той стороне загнулся. Ну вот так все. Сегодня пошли купаться, Володя. Поплавали, тины много, не решился. Все? Нет, там как будто не прибито, будешь заново прибивать. Нет, по высоте пойдет? Да, пойдет, подожди-ка. Прибивай больший гвоздь, больший, чтобы загнуть можно было. Да вот которая маленькая, я в ней брал. О, давай, вверху. Это все, что делаем бесплатно, только это расходы наши. Все наше, труд наш, и ни копейки мы за 28 лет от деревни не получали. До кого получать? Снаряд строится. Мы самые свободные. А люди-то не знают еще. Ой, гуру, гуру. Подожди, расколешь. А за... Гуру, 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 это значит учитель его слушает. Максим Степаненко говорит, найди-то такого гуру, чтобы полтора миллиона зарыл в землю, вот это, что мы делаем-то. И никакой помощи ниоткуда нет. Вы что, с ума сошли? Ничего не делает человек. Орудие дьявола. Только обсуждать может. Вот 13 я сказал. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих. Бояться этого сказать. Я как не боялся. И сразу, говорится, все стало на место. Это вот тут небольшая трошейка была. Это вот дальше-то что наворочило. Это прошла весна. Подмыло и все ушло. А она вот она где. Нам надо вынести за пределы дамбы. И мы это сделали. Не... Это последний сорт, как дровяник, считай. Денег-то нету. Там доски взяты, сороковка, там ценные. Все прошло, не промыло. Здесь вот сейчас надо будет заново обрушивать, бить, толкать, долбить. Сегодня, я думаю, уже ничего не успеем сделать. Дай инструмент спрятать. Володя, давай-ка распилим это. Сейчас. То есть надо знать, что делать, как делать, для чего. Ну вот, все здесь как надо. Сейчас последнее еще. Давай последнее. Я сейчас кручусь, мне надо забить эту дыру сегодня. Пойдем я кверху маленько, тебе неудобно бить будет. Ну,
поднято. Так. Вот, а тут дыра. И говорю, это надо заделать. Найти с чем. Какой-то срез, дощечки. Слишком большая дыра. Все? Давай, отпили вот эти. Наколотить надо. На три части ее. Все на это. Давай. Вот завершающий этап. Самоним. Тут ковырный солома с глиной. Она тихонечко кидает. Вот идет солома. Еще надо. Вот она, да? Маловато. Здесь у нас кончилось все. Все тогда. Вот слой глины. Слой соломы, слой глины, слой соломы. И тогда вот вода пойдет и не размоет. Здесь вот размыло. И вот это вот место как раз сейчас вот. Вот выбиваем. Здесь глину просто соломы. Глинистые берега были, ничего не было, вот она и размыла. Когда с досками там уже. Да. То есть, а там. Доски сороковки, и там вот у нас было уже глина с соломой. Сейчас, вот когда здесь делали, понадеялись, что обойдется, а ничего не обошлось. Вымыло. Да. Куда он стоял? Он пытается на рабор случай. Она только заход. Так-то там дальше не идет. Да, это мне как глина как нравится, вот такая вот рассыпчатая. Да. Такой же. В котельных привозят уголь. Вот такой же мелкий, рассыпчатый. Горит, и ее хорошо. Вот еще. Температуру только дает. Все, она сено просто. Все. Пошел я за сеном, благословляйте. Пошел за сеном, сено закончилось. Давай, все.